Меня зовут София. Мне 7 лет. Меня зовут Даша. Мне 6 лет. Мне нравится рисовать, лепить. Мне нравится, рисовать, играть, лепить. У меня друзья София, Ариша, Влада, Рома, Катя, Маша. А у меня друзья Даша, Арина, Влада, Настя, Катя, Алисия и Диана. Я люблю с Алисией и Дианой играть в настольные игры там. Я люблю с Аришей и Владой там и Машей играть в шпионов. Я хочу стать тренером по фигурному катанию. Просто я хожу сама на коньки, там я вижу, как интересно быть тренером. У меня, я много чем хочу стать. Я хочу стать скрипачкой, я хочу стать музыкантом, я хочу стать художником. Да, будем. Потому что это интересно очень, когда первый раз пришел. Я не хочу бросать садик, потому что, я пришла здесь, мне нравится. Здесь столько много друзей, счастливые, Я буду по садику скучать. Арина, я люблю поиграть с Владой. Мы с ней лучшие подружки. Никогда не бросим друг друга в беде.
А меня зовут Влада. Я очень люблю играть с Аиной, и мы с ней самые лучшие подруги. У нас в группе все друзья лучшие. Мы с ними очень хорошо дружим и играем. Мы никогда не бросим их, когда у нас будет беда друг друга. Я хочу стать певицей. Потому что это... Почему? Это потому, что я люблю петь. А я хочу стать учителем поклонной школе. Почему? Потому что я люблю лошадок. Мне нравится в детском саду, потому что мы тут играем, занимаемся, рисуем, делаем, поем, танцуем, спим, едим. Мне нравится учиться в садике. Мне очень нравится заниматься с воспитателями, узнавать много нового. Мы будем очень скучать по садику, когда мы пойдем в школу. Но все равно мы будем встречаться, разговаривать, приходить в гости. Мы детскому саду хотим пожелать, чтобы он жил много-много лет, чтобы много было ребятишек, чтобы они росли так же, как мы росли, чтобы и воспитателям было с ними легко. А я хочу, чтобы садик остался таким же хорошим, добрым, и чтобы всем детям нравилось, как нам. Катя, я в детском саду люблю рисовать, люблю танцевать. У нас всегда интересные занятия в садике.
Я желаю детскому саду счастья, чтобы всегда было у сада много денег, чтобы всегда дети вырастали такими же хорошими, примерными, как мы. Меня зовут Маша. Я в детском садике тоже люблю рисовать. Мне нравятся занятия и прогулки. Я желаю, чтобы садик был богатым, хорошим, чтобы все дети тут были умными и воспитанными. Мои лучшие друзья Маша, Саша и София. А мои лучшие друзья Катя, Саша, Ариша и Влада. Я хочу, когда вырасту, стать художником. А я, когда вырасту, хочу стать дрессировщиком дельфинов. Расставаться с детским садом очень грустно. Мне тоже очень грустно. Потому что мы так много пробыли здесь, так долго были, мы привыкли, так хорошо здесь. Мне тоже я тоже то же самое хотела сказать, что мы уже привыкли, и так непривычно, что мы, расстаемся, потом пойдем в школу, что больше не будем ходить в садик. Зовут Артур. Меня зовут Максим. Я люблю заниматься в детском садике, рисовать и разукрашивать раскраску, которую мне подарили, и строить из кубиков что-то, из больших. Мне тоже нравится, как и Артур сказал. Мне нравится рисовать, разукрашивать, кубики играть, в лего дома играть. Мой лучший друг Максим Рома и Максим Жуков. У меня лучшие друзья Артур, Рома, Тимоша, Тихон или Илья. И девочки Соня, София, Настя, Саша, Ариша. Я хочу стать тренером. А я хочу стать проектировщиком домов. Проектировщиком. Я хочу пожелать детскому саду счастья, удачи и чтобы дети, которые придут в детский сад, в нашу группу, слушались воспитателей своих. А я пожелаю добро, счастья, чтобы у всех было все хорошо,
чтобы он был богат. С детского сада очень грустно расставаться, потому что детский сад, ты расставаешься, и там тебя воспитывали, тебя кормили, там уютно было. Мне грустно, потому что там уютно, тепло, хорошо кормили и всегда хорошо ухаживали. Очень аккуратно. Нет, она не больно, ребят, просто очень аккуратно и очень нежно. Елена, вот такая традиция. Те ребята, которые покидают наш детский сад, они сделали здесь аллею. И аллея будет, называется аллея роз. Вот в прошлом году солнышки выпускали, они розу посадили. Вот видите, в этом году она зашла. Где? Вот она. И будет цвести и радовать нас. Аккуратно, чтобы корешки, ребята, не попали. Покажи, да. Так, и теперь у меня девочки помогут. Можно надо я? Будет чуть-чуть землей присыпать, можно ребята. Я? Давай, Катя, вот и Саша тоже.
зовут Тимофей. Мне 6 лет. Я Рома, мне 7 лет. Я Максим, мне 7 лет. Мой друг — это Рома и Максим Жуков. Мои друзья — Максим Жуков, Максим Ильина, Артур. Мои друзья — Рома, Тима, Максим, Артур, София, Ариша, Диана и Алисия. Я люблю заниматься вот тематикой, потому что я очень люблю заниматься учебой. Ну, я очень люблю заниматься там по тетрадям. Жаль, что они закончились. И я люблю заниматься математикой, потому что мне нравится решать примеры, и это мне интересно. Мне нравится рисовать, потому что я хочу стать художественным композером. Композером. Я хочу стать химиком, потому что я люблю очень разные опыты. Я очень люблю разные науки, разные каналы на телевизоре, которые про науку. Я хочу стать военным конструктором, чтобы помогать готовиться к новой атаке. Я хочу стать спортивным чемпионом по гимнастике. Мне очень грустно ходить из детского сада. Я бы еще 3 года там занимался. Ну, а я, ну, люблю ходить, потому что тут очень много ребятишек, здесь можно играть. Ну, конечно, я очень сонный, потому что мне надо рано вставать. А я люблю ходить, потому что тут хорошие воспитатели и тут много детишек. Да, мне грустно. Я хочу пожелать, чтобы он рос очень здоровым, прибавилось много детей, чтобы пусть ходим мы, но будет снова жить. Я хочу, чтобы воспитатели стали лучше и хорошо было детишкам. Все было бы лучше. И хотел бы, чтобы тут не всегда было плохо. А я хочу, чтоб сад был очень дорог нам, чтоб сад был очень хороший и чтоб сад прожил тут много очень лет. Фамилия Грушин. Меня зовут фамилия Сушникова. Мне годика 6. Мои друзья — Тася и Маша. Мои друзья... Вот это я задумаюсь.
Мазей кинут. Что же школа? Маша и Галя. Это как моя бабушка Галя. Мне нравится, потому что он мой любимый и красивый. Мне в садике чем нравится играть в шашки и играть в машинок. Рисовать. Я хочу стать космонавтом. Я хочу стать кем угодно. Я хочу пожелать, чтобы там было все красиво и играть в веселые игры. Чтобы он, когда мы вось, стать еще хорошим, у него была что новая. Вот. Мои подружки это Мила и Катя. Меня зовут Мила. Меня зовут Катя. У меня лучшие подружки Настя и Мила. У меня лучшие подружки Настя и Катя. Я люблю заниматься, больше рисовать, больше кушать и люблю играть дочки матери. Я люблю играть в домино. Я люблю рисование, а еще математику. Я люблю играть в куклы. Когда я вырасту, я хочу стать актрисой. Когда я вырасту, я хочу стать косметологом. Я когда вырасту, хочу стать художником. Да, очень грустно, потому что мы его обожаем. Там можно играть в догонялки, играть и гулять на улице, еще спать, и нам это очень-очень нравится. Да. Потому что я очень люблю ходить в детский сад. Мне очень грустно, потому что в садике очень добрые воспитатели. И там очень весело. И мы с ребятишками много играем. Мы хотим пожелать детскому садику здоровья, чтобы у него росли детишки, и чтобы там очень-очень много. Пусть уходим мы, но будут снова малыши. Я желаю, чтобы садик жил долго и богато. Я желаю, чтобы садик был богатый, и чтобы в садике были ребятишки, будут расти, как мы когда-то. Thank you.
Прыгунова, мне 6 лет. Я Алися, мне 6 лет. Мой друг – это Алися и Софика. Мой лучший друг – это Диана. Я люблю рисовать, играть, читать книжки. Я люблю читать, писать, рисовать. Я хочу стать... директором Новосибирской области. Я хочу стать танцором и выступать, как моя мама. Да, нам грустно расставаться с садиком и с воспитателями. Ну, потому что они нас... очень сильно любили, они нас учили всему. Да, потому что здесь было весело, здесь было много друзей хороших. Они всегда приходили на помощь. Я хочу пожелать, чтобы... в детском саду много росло яблонь и ягод. А я хочу пожелать, чтобы здесь были добрые дети и чтобы здесь всегда было весело. Саша, мне 7 лет. Мой лучший друг Саша, Катя, Маша. Мои лучшие друзья это Соня, Маша и Катя. Я люблю рисовать, читать, ну, из карандашей рисовать всякие предметы. Я еще люблю лепить. Я люблю рисовать, читать, лепить. И делать разные поделки. Певицей. Я хочу стать, когда вырасту, врачом.
взрослые. Потому что воспитатели нас любили, уважали и воспитывали. Мне грустно расставаться здесь, потому что я не хочу прощаться со всеми друзьями, с воспитателями. Я хочу пожелать, чтобы никто не грустил, чтобы в нашем детском садике были добрые дети, хорошие, воспитанными, и чтобы у нас много было ягод, и чтобы у нас была яблоня. Я хочу желать, чтобы садик жил долго и богато, и еще чтобы тут росли воспитанные хорошие детки, и чтобы тут был хороший огород. Yeah.
гости, гости, зрители, наши дорогие родители. Торжественно красиво убран зал. Сегодня устроен прощальный бал. Такой прекрасный и немного грустный праздник сегодня в этом зале нас собрал. Прекрасный, потому что дети повзрослели, большое плавание отправиться хотят. А грустный, потому что годы пролетели, и расставания нам не избежать. Выпускниками будем любоваться. Наш выпуск самый лучший. 2017. Катя Семенова. Вопросы всегда задает, много всего обо всем узнает. Максим Ильин. Максим песочницы дом возведет, наверное, в строитель пойдет. На занятиях слушает, спит хорошо и прекрасно кушает. Димашка всегда очень вежлив и мил, всегда бы таким он был. Катя красотка, всегда в новом платье и терпелива всегда на занятиях. Максим со спортом нужен, диван ему не нужен, ему некогда лежать, ему нужно бежать. Крапивина София. София придумывает игру и развлекает детвору. Саша игрушки всегда соберет, порядок во всех уголках наведет. Дева-краса!
понемножку, но в общем-то не обидит и кошку. Я думаю, пригодится. Сусликов Тихон. Тихон рычит, словно тигр настоящий. Он у нас ребенок говорящий. Катушка, мамина доченька и просто болтушка. Oh,
Ребята, как мы весело и дружно жили в детском саду. Пели песни, лепили, спортом занимались, а главное, крепко подружились. Что же придумали, чтобы мы не забыли друг друга? Может быть, нам обменяться адресами, чтобы писать друг другу письма? Нет, ничего не так, скоро научимся писать. А может, обменяемся телефонами и будем созваниваться? Телефоны меняются, теряются. Нет, не пойдет. Я даже не знаю, что можно предложить. А я знаю. Надо создать свой детский сайт, как у взрослых, одноклассники. Так, и как его назвать? О, придумала. Непоседы.ру. Да, точно. Там мы будем обмениваться новостями и договариваться о встречах. Вы согласны? Да! Интересно, почему? Бабушки, деточки,
на горшках. Вместе пили, вместе с солой, не ходили в синикам. У бабушки и дедушки, поднимаю на башни. Нас ложечки кормили няни-воспитатели. Много сил, души, здоровья на всех нас потратили. Сердце громко билось.
сначала мы боролись. Как позже получилось. Ребята, кто разбил окно? Повторяю, кто разбил окно? Последний раз спрашиваю, кто разбил окно? Да ладно, Виктория Геннадьевна! Это четвертый раз! Виктория Геннадьевна! Конечно, нет, мамочка. Что же я мог натворить, если я все время стоял в углу? Я люблю наш детский сад. Ой, папа пришел. Скажи, дочка, ты довольна воспитанием? Не очень, папа. А почему? Она все время у нас что-то спрашивает. А что именно? Ну, например, как чисто руки мыть, как правильно ложку держать, где наши носки. Видно, она сама ничего не знает. Большие, вот они какие, стали они вслух мечтать, кем бы хотели в жизни стать. Три подружки в день весенний были в хорошем настроении, на лавочку болтали и о будущем мечтали. Вот когда я подрасту, сразу замуж я пойду. Мужа выберу, как папа, чтоб меня встречал у травы. Ах, забыла я сказать, буду в небе я летать. Стюардессой стать хочу, к самой лёте полечу. Ты не отвлекайся, Настя, что там дальше, не забыла? Потом я стану мамой и скажу тебе прямо, вот про что. Своих детишек я не буду кашей пить, буду их водить в кино, покупать им эскимо. Вот бы твоей дочкой стать, можно только помечтать. Я хочу артисткой стать, чтобы на сцене выступать, чтоб цветы всегда дарили, обо мне лишь говорили, чтоб в кино меня снимали, роли главные давали. Ты что же, почему же ты молчишь, ничего не говоришь? В школе буду я учиться, обещаю не лениться, потому как подрасту, стать ученой я хочу. И компьютер изучить, с математикой дружить, географией владеть, чтобы мир весь посмотреть. Геометрию и русский, биологию, французский в школе нужно изучить, чтобы самой умной быть. Девочки капризные, плачут.
Yeah.
всей компанией ходил. И гитары взяли мы с собой, чтоб песни петь. С нами Алла, с нами Филипп, и волю кто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: а пойдемте в школу. Thank you.
Ну, раз вы такая хорошая учительница, может, вы тогда поможете нашим ребятам в школу собраться? О, это я запросто. Ребята, вы знаете, собираемся в школу, берете вот такую корзину большую, кладете туда булочку какую-нибудь, там, пирожок, ну, проголодаешься же в этой школе. Бутылку кефира, парочку журналов, или неделю, ну и так далее. Вот такую корзину большую. Класс! Корзину? Thank you.
Еще с нами он стал. Thank you.
важный день. Наши ребята приготовили благодарственные слова сотрудникам. Давайте дадим им слово. Виктория Геннадьевна, Татьяна Николаевна, так трудно порою детей обучить. Бывают неслушными, бывают ломательными. Вы им показали, как правильно жить. Вы с буквы большой, воспитатель. Говорить в школе пригодится, чтобы взрослым быть, надо поучиться. Юлия Сергеевна, спасибо. Елена Александровна, спасибо вам. Активности из фишек не пугал людей вокруг, помогает. Наблюдал всегда детишек, наш психолог, добрый друг. Но нас это не смущает, ведь в саду есть музыкант. Юлия Евгеньевна, спасибо вам. Олеся Евгеньевна, хореография тонкое дело. Вам, безусловно, оно по зубам. Из малышей косолапых умело сделали вы кавалеров и дам. И портреты, и пейзажи научились рисовать. Можно даже вернисажи их картины посылать. Наталья Павловна, спасибо вам. Абузы, медсестра и доктор наш, Лена Викторовна и Ольга Юрьевна, спасибо. Татьяна Федоровна, спасибо вам. Сам не то, что в грани
чудеса творит она. И за следующие наши, за старания ее, мы сейчас спасибо скажем за душевное свое. Алла Дмитриевна, спасибо вам. Кого любили. А вы запомните наш выпуск вот таким! Я любила детства, расставалась.
детям документ. Сейчас для поздравления наших деток приглашаем директора нашего детского сада Аллу Дмитриевну. Любимые наши выпускники, вы сегодня все такие красивые, элегантные, счастливые и совсем почти взрослые. А ровно 5 лет назад, мы помним, как вас сюда за ручку привели ваши папа и мама. И ежедневно, все 5 лет, каждый день вас здесь учили дружить, познавать мир. Вместе с вами радовались успехам вашим и вместе переживали неудачи. И вот все это позади. Вы повзрослели. И впереди у вас совсем другая жизнь, школьная. Но я очень надеюсь, что вы никогда не забудете наш детский сад, свой первый коллектив, свои первые утренники, своих воспитателей. Дорогие мои, я вам от всей души желаю взрослеть во всем, в учебе, в творчестве, в умении дружить. И, конечно, обязательно-обязательно, я очень надеюсь и желаю вам, чтобы вы все стали счастливыми. Настоящий диплом выдан воспитаннику группы «Непоседы» от Рощенко Артуру Игоревичу. Решением педагогического коллектива номер 1 от 30 мая 2017 года Артур, тебе присваивается звание ученик. Я приглашаю сюда за вручение диплома Екатерину Байкерову. И ей присваивается звание ученица.
Каждый грамотный денежный премии награждается. Калашникова Татьяна Николаевна, воспитатель. Мастерство, активное участие в жизни группы и детского сада и, конечно, большой личный вклад в подготовке детей к школе. Спасибо вам. За всю доброту и за опытность вашу, за то, что растили вы наших детей. Нет вашей профессии в мире нужней. И дети привыкли все к вашим рукам, и сложно теперь объяснить будет нам. И глаз ваших встреч не видят они, идут их года, располагаются дни. И дети, конечно, у нас повзрослели, ведь с вами всегда они были в пределе. То с песней, то с кисточкой, то множество книжек. То с множеством книжек учили вы цифрам и буквам детишек. И скоро они уже в школу пойдут, и вам благодарность с любовью несут. Их мама и папа. И вам на прощение успехов и творчества желаю. Спасибо за все, за труд и терпение. Желаем вам счастья и всех вдохновения. Спасибо.
я думаю, что их ждет дальше прекрасное будущее. Спасибо. Сестре еще мы начинали жить, начинали дружить. И, ребята, я вам скажу, вас будет нам очень не хватать. Спасибо вам большое, что вы были все эти 5 лет с нами. Мы учились у вас, а вы учились у нас. Спасибо. Сколько жизни стали, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.